самый высокий жилой небоскреб Европы. Формула проста. Можно строить только вверх и нельзя вширь. Самая высокая прописка в столице. Это непростая задача, которую мы решаем успешно и элегантно. Дом, где все готово для жизни. Голландская архитектура загородного поселка. Новый стандарт роскоши на Золотом острове. Современный архитектурный ансамбль. Превосходство функций над формой. Архитектура, парящая в воздухе. Шик и дух аристократии. Переиздание дома книжки на Арбате. В Москве много зданий, которым бы не помешала такая модернизация. Дом – произведение искусства. Единственный в своем роде. Архитектура нового времени на Якиманке. Небоскребы на Мичуринском. Эстетика исторической архитектуры и бескомпромиссные стандарты класса люкс меняют представление о подлинной роскоши. Это стратегическое место для Москвы. Это также является знаковым проектом для нашей компании. Мы понимали, что место в самом центре Москвы, в ее сердце, в историческом окружении. Мы должны бережно, с уважением отнестись к нашему историческому наследию. Но также мы понимаем, что здесь должен появиться современный архитектурный ансамбль со всеми новейшими инженерными технологиями, конструктивными решениями, а также сервисом, востребованным москвичами. 137 брендированных резиденций, 65 номеров в отеле, 2 ресторана, лаунж-бар, спа-велнес-центр с 25-метровым закрытым бассейном и флагманские магазины мировых фэшн-брендов. Это новый класс и новый формат недвижимости. Культурное наследие в современной интерпретации и безупречный сервис для самых требовательных и амбициозных. Жилой комплекс из трех разновысотных зданий «Медный 3-14» — это современные тренды в архитектуре и первые изменения давно застывшего городского ландшафта Ленинского проспекта. Три башни, возвышающиеся над соседними домами, дадут возможность жителям видеть из своих окон знаковые и любимые москвичами места, окружающие комплекс. The Book – это многофункциональный жилой комплекс в легендарном доме книжки по адресу Новый Арбат, 15. В итоге масштабного капитального ремонта 26 этажей здания объединили в самые актуальные форматы проживания – сервисные апартаменты, апартаменты для постоянного проживания и отель международной сети. Задумка была подойти к этому зданию и подумать о нем с нуля. То есть осмыслить то, что это такое, что это является для этой части города, как некий такой культурный центр, может быть, потому что Новый Арбат – это пешеходная зона, очень оживленная часть города, куда приезжают со всех уголков Москвы люди для того, чтобы провести время. И мы думали, что здесь нужно такое наполнение, которое именно соответствовало этой потребности и этой локации. Я думаю, что в Москве много зданий, которым бы не помешала такая модернизация. Не обязательно ко всему относиться с менталитетом снести и построить заново. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 6,5 миллиардов рублей. Сегодня долгожданное переиздание дома книжки предлагает новое прочтение первоначальных замыслов автора. The Book – символ современного образа жизни Москвы.
«Уайт-хамовники». Дом, минималистичная форма которого становится примером современного шика. Панорамные окна по всему периметру фасада, собственный парк и игровые площадки. Арт-объекты внутри зданий. Усовершенствованный уровень премиум-класса в одном из лучших районов Москвы. Хамовниках. Рядом с парком усадьба Трубецких. Дом рассчитан всего на 76 квартир, каждая из которых представлена собственной дизайн-отделкой. Цель проекта реставрации и приспособления территории Бадаевского пивоваренного завода – реорганизация территории между Москва-рекой и Кутузовским проспектом. Модернизация известного участка площадью 6 гектаров в новый современный комплекс в центре Москвы. Территория завода и набережная реки будут открыты городу. Старые промышленные здания отреставрированы и возвращены к жизни в новом качестве. К ним добавятся новые жилые и торговые здания, которые создадут качественное место для жизни, работы и отдыха в центре города. Жилой комплекс «Небо» — это три башни с потрясающими видовыми характеристиками и продуманной инфраструктурой. Мичуринский проспект — излюбленный район московских семей, выбирающих городской комфорт и преимущества здоровой жизни в окружении природы. Футуристичные формы фасадов, взмывающих в небо. Грамотное зонирование и планировки квартир — вот что формирует образ новой архитектуры будущего. В основе жилого комплекса бизнес-класса «Бауманхаус» лежат принципы функционального дизайна немецкой школы «Баухаус». Три 15-этажных корпуса расположены в тихом центре Москвы, в пешей доступности набережные Яузы. Будущие жители «Бауманхаус» — это ценители практичности и комфорта. Гулять в ближайших парках с детьми или быстро добираться до работы в любой точке города. Все это – выбор современных горожан, осознающих ценность времени и качества. Практичный подход к разработке жилого комплекса воплотился в планировке мест общего пользования и сопутствующей инфраструктуры. Собственная благоустроенная территория включает в себя детскую и спортивную площадку, места отдыха и прогулок. Проект «Око» — это второй небоскреб от Capital Group на территории Москва-Сити, открывающий новую главу в истории российского высотного строительства. Две башни комплекса объединены единой платформой «Кристаллом», а успешно реализующийся принцип разделения потоков позволяет комфортно чувствовать себя как жителям апартаментов, так и сотрудникам делового центра. Начнем с Вавилонской башни. Вот. То же самое, да, когда ты стоишь. Рядом ты такой маленький, а этот такой огромный, да? Ну и это энергетика какая-то определенная своя, это стиль жизни. Грани башен имеют скосы, что создает эффект устремления здания в головокружительную высоту, а дополнительную элегантность, легкость и изящество силуэта обеспечивают рельефные углубления соты по периметру фасадов. Жилая 85-этажная башня «Око» дает возможность насладиться захватывающими панорамными видами на набережную, небоскребы Сити, Поклонную гору, Лужники, Воробьевы горы. –
Барвиха Хиллс – современный элитный загородный поселок площадью более 4,5 гектар, расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 8 километрах от МКАД. Уникальная европейская архитектура поселка, созданная голландским архитектором, лаконично вписана в ландшафтный рельеф местности. На территории поселка 100 коттеджей, фасады с панорамным остеклением. Дома представлены с готовой отделкой и мебелью, функциональными, продуманными планировками и участком с ландшафтным дизайном. Дом Лица – место, где все готово для жизни. Комплекс введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, и уже сейчас в нем живут те, кто любит сочетание комфорта, безопасности и яркой архитектуры. Неповторимые черты, отличающие Лица в многообразии застройки. Квартиры в жилом комплексе готовы к отделке. Вам останется только воплотить свой идеал пространства для жизни. Новый клубный дом на Кутузовском. Монументальный, изящный, единственный в своем роде. Capital Group строит новый символ исторического проспекта. Кутузовский, 12. Его архитектура создает новый роскошный стиль, объединяя классицизм и арт-деко. Достоинство Кутузовского, 12 не требует доказательств. Великолепные виды на Москву-реку и Москва-Сити. На парадный Кутузовский проспект и зелень уютного тихого сквера. Сад 4 сезонов. Окна в пол и французские балконы. Индивидуальный архитектурный проект «Моншер» представляет изящную вариацию раннего модерна и предлагает всего 26 жилых апартаментов. Элитарность, уникальность, исключительность и французский шик – все это легло в основу концепции одного из самых дорогих и утонченных домов в центре Москвы. Шестиэтажный особняк «Моншер» объединяет атриумное пространство со стеклянной крышей и высотой потолка 16 метров. Одно из главных преимуществ жителей «Моншер» — это эксклюзивные виды центра Москвы, которые открываются с их собственных террас. Capital Towers. Первые по-настоящему жилые небоскребы. 769 квартир, наполненные решениями для людей. Capital Towers – премиальный комплекс жилых небоскребов с квартирами на набережной Москва-реки рядом с парком Красная Пресня. Здания высокие, мы особо заботились о том, чтобы они были безопасны. В отделке применяются самые современные отделочные материалы. Это самый высокий класс для нас. Этот проект особенно важен. Это первый жилой небоскреб, комплекс небоскребов. И это особо ответственно для того, чтобы они были действительно высокими. Уникальное местоположение. Всего 500 метров от Москва-Сити, 3 станции метро в пешей доступности и собственная инфраструктура. 3 стильные башни комплекса будут выполнены в стиле минимализма.